Сегодня мы с вами разговариваем об удалении листьев в зоне гроздей винограда. Поговорим о том, для чего это делать, когда это лучше делать, как это лучше делать и вообще, есть ли в этом необходимость. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Для чего вообще необходимо удалять лист в зоне грозди? Для лучшего проветривания, чтобы там не скапливалась влага, чтобы грозди не загнивали и чтобы лучше созревали. В общем-то, именно для этих целей мы и удаляем лист в этой зоне. Когда рекомендуется удалять листья? Большинство виноградарей делают это и рекомендуют другим в начале окрашивания ягод. И часто вы у меня спрашиваете, а почему вот у других виноградарей там метр листья удалены, а у вас нет? А дело в том, что у этой операции есть некоторые нюансы. Смотрите, начало окрашивания ягод. Именно в этот момент ягоды наиболее подвержены солнечному ожогу. При этом у нас сейчас стоит жаркая, солнечная, сухая погода. Соответственно, если я сейчас удалю вот здесь листья, то этот самый солнечный ожог вполне легко получить. Тем более, что, смотрите, вот эти ягодки на солнышке, они и так на солнышке, да? А вот эти вот слегка притемнены. У нас нет тут какого-то такого массового, плотного листового полога, да? У нас вот этот листик, да, вот этот листик. Проветривание здесь как бы вполне нормальное. Поэтому сейчас, вот при такой погоде, мы здесь ничего делать не будем. Вот, смотрите, вот здесь вот гроздочка, да, вот, о, прячется за листиками. Вот если я сейчас это уберу, то вполне вероятно, она может подгореть. Это вообще Вэлиант. И он-то не увлечен в получении солнечных ожогов. Но вот гроздочка у нас в тени. Очень яркое сейчас солнце, и вероятность этого события, она может быть. Для чего нам лишние проблемы? Здесь вот эти листья абсолютно не мешают. При том, что это еще и западная сторона. На западной стороне вероятность получения солнечных ожогов, она больше. Ну, давайте посмотрим другие кусты. Здесь у нас вот Дорнфельдер и Севар пересекаются. Смотрите, опять же, для чего нам удалять здесь лист? Загущение нет, грозди свободно. На солнышке, это восточная у нас страна, нет загущения листьями. Ну, пусть себе работают. То есть каких-то тут инфекций массовых оно не накопится. При этом смотрите, что еще нам надо понимать. Когда стоит мокро, да, когда стоит влажно, когда у нас много дождей, да, у нас получается повышенная влажность в зоне грозди, соответственно, могут развиваться болезни, могут развиваться гнили. Если же у нас жаркая, сухая погода, то нам, наоборот, было бы хорошо создать легкую влажность в зоне гроздей. Потому что если здесь слишком сухо, у нас та же кожечка может пересыхать, и потом мы можем получить треск ягоды. Опять же, это бывает не на всех сортах, но все равно это может случиться. А так листики, они будут легкую влагу какую-то задерживать. Да, там, когда роса выпадает, тоже они чуть-чуть будут поддерживать здесь правильный микроклимат. Поэтому вот удалять что-то в данном конкретном случае не имеет смысла. Мы пока ходим по примерам технических сортов, потом пойдем на столовые. Смотрите, вот здесь у нас вот как раз-таки все очень так плотненько. Да? Здесь ронда. И мы видим хороший такой листовой полог. Вот его было бы хорошо все-таки несколько убрать. Но пока еще рано. Ронда уже начинает краситься на противоположной стороне, на западной, вот на восточной пока что не видно. И мы
здесь будем убирать лист, вот не сейчас, не в начале окраса, да, мы подождем. Вот пока яркое солнце, пока сухая погода стоит, мы ничего не убираем. Если у нас вдруг пойдут дождики, да, некоторую часть листвы можно убрать, чтобы здесь было лучше проветривание. Вот, видите, здесь он начинает краситься. То есть пока что мы здесь не убираем, нет острой необходимости. Еще минутку поговорим о технических сортах, потом перейдем к столовым. Смотрите, опять же, если погода прохладная, то очень хорошо выставлять грозди на солнышко, чтобы они это солнышко впитывали, чтобы они накапливали все необходимые им вещества. С другой стороны, замечено, что некоторые красные, синие сорта лучше окрашиваются в тенечке, чем на солнце. Такое тоже может быть, поэтому все индивидуально. И тут надо уже на месте наблюдать, смотреть и решать, надо что-то убирать или нет. Идем к столовым сортам. Вот, смотрите, шарада у нас здесь красится, но здесь листьев совсем немного. Да, они никак не мешают, грозди и так на солнце. Зачем их убирать, эти листья, тем более вот. Все-таки это какая-то кормовая база. Они еще работают, и пусть себе работают. Вот смотрите, здесь похожая ситуация, да, черный кристалл, дальше там Прима Украины идет. Вот грозди находятся абсолютно на открытом пространстве. Зачем тут что-то убирать? Ну вот, далековато, но будет видно. Вот чуть-чуть листик прикрывает гроздочку. Опять же, зачем убирать? Здесь прекрасное проветривание, здесь все и так хорошо, поэтому удаление листьев в данном случае нет необходимости. Но вот здесь, смотрите, это, по-моему, дынька. Да, в удалении листьев есть смысл. Потому что они здесь закрывают, они здесь затеняют. И вот убирать нам эти листья сейчас, либо, например, дождаться, пока ягода начнет окрашиваться, пока ягода начнет размягчаться. Есть несколько, ну, таких достаточно противоречивых исследований. То есть ученые испытывали, как скажется удаление листьев на урожае, там, на качестве ягоды, на всем, если удалять их там, во время цветения, когда горох, когда начало окрашивания. Ну, в общем-то, даже не буду приводить эти результаты, потому что они противоречат. У одних так, у других так, на севере так, на юге так. Поэтому нет никакого единого мнения и нет ничего правильного. Вот. Большинство виноградарей считают, что надо удалять, когда начинает ягода размягчаться. Но я вам уже сказала о том, что именно в этот момент ягода наиболее подвержена солнечному ожогу. И, скажем так, делать дурную работу, сначала удалять лист, а потом ходить все это притенять, ну, такое себе удовольствие. Так что же в итоге делать? Ну, смотрим по погоде. Если бы сейчас вот у нас зарядили дожди, стояло бы очень мокро, то можно было бы вот прямо сейчас, тем более пасмурные дни были бы, да, мы бы все это удаляли. Но у нас стоит яркое солнце, поэтому мы удалять ничего не будем. Вот там чуть-чуть травы, вот чуть-чуть эту траву прорвем, когда будет время, ну и все, и на том проветривание закончится. Если мы примем решение об удалении листьев, да, то как мы это будем делать? Мы не будем обдирать все вот там до метра. Вот мы уберем, смотрите, можно вот даже сейчас, если есть на то необходимость, вот убрать внутренние листья, да, вот чтобы проветривание было лучше. Вот у нас есть листья, которые нам и тени-то особо не создают, но проветривание мешают. Вот эти внутренние листья мы и уберем. И уже насколько у нас тут легче будет гулять воздух, да, меньше будет вероятность болезней. Вот. А эти у нас солнце, да, мы пока оставим. А вот если задождится, да, тогда и эти можно будет частично убрать. Ну, тоже смотрите, например, имеет смысл убрать этот лист. Он притеняет гроздь, а этот, ну, не особо он кому мешает. Можно сделать так. Ну, можно убрать все, если вы считаете это нужным и правильным. Еще один важный момент. Раз мы уже с вами затронули тему дождей, смотрите, какой нюанс.
Если, допустим, стояла жаркая, сухая погода, мы ничего не поливали, вот у нас стояла такая засуха, а потом зарядили дожди. Не спешите убирать листья сразу, вот не спешите, потому что лист, он потребитель влаги. Если мы его уберем, потребитель влаги на куст становится меньше, и мы можем словить треск ягоды. Поэтому, ну, подождите там денек-два, да, тогда уберите ягоду. После дождя, может, будем еще в каком-нибудь ролике об этом говорить, после дождя не трогайте ягоду руками, подождите хотя бы сутки, потому что таким образом вы тоже можете спровоцировать треск. И подводя итог нашему сегодняшнему разговору, к операции по удалению листьев в зоне грозди нужно подходить индивидуально, в зависимости от ваших конкретных условий. Именно тогда вы сможете принять самое верное и самое лучшее решение. Еще раз напоминаю, что тут нету правильного и неправильного. Тут есть то, что подходит и будет работать в ваших конкретных условиях. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!